Ты утонут в огне. Это у него все равно странно. Все понятно. Ролик начала кампании. Начало кампании за зеркалом. Пролог. После исчезновения королевы клинков Рой распался. Войска Джима Рейдера захватили Сару Керриган и увезли ее с Чара, оставив планету силам Доминиона во главе с генералом Ворфилдом. В то же время могущественный артефакт Зелнага пропал. Керриган доставили на секретную лабораторию в Умаджанском протекторате. Там ей нужно пройти ряд тестов, чтобы принц Валериан и Рейнар убедились, что ее превращение в человека завершено. Но времени мало. Войска императора Бенгска по всему сектору ведут непрекращающуюся охоту за самым ненавистным врагом Доминиона, Сарой Керриган. Вот оно что. Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Приказ Валериана. Тоже мне конь. Тут нормальные пацаны заходят. Чё, какие приказы? Щупальцы угарные на голове. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске.
Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерга осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. Типа обучение, короче, все ясно. Вы можете управлять им? Да, могу. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Простые мутации. Инкубатор – это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Требуется больше надзирателей. Все идет хорошо. Можете ли вы создать больше рабочих? Чтобы создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Мутировать его надзирателя? Нажмите кнопку «Мутировать». Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Так, что он там делает? Королевы. Теперь нажмите кнопку «Мутировать в омут рождения». Мутация личинок зерлингов, рабочих, ползучих. Или это что-то? Рождение позволяет превращать личинок в зерглингов. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию.
Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Чтобы создать зерглингов, нажмите кнопку «Выбрать личинок», расположен. Теперь нажмите кнопку «Мутировать в зерглинга». Так. Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валериан, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Так, а чё, хватит уничтожить? Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Слишком обеспечен. Я ведь могу освободить и их. Так, а что надо сделать? Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Эти зерглинги мне пригодятся. Так, а сюда как пойти? Никак. Когда речь идет о зерках. Зерги, бежим! Черт! Уберите всех с этого уровня! Персонал эвакуирован с нижнего уровня. Все выходит из-под контроля. Дверь на нижний уровень закрыта.
Активирование автоматической газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Зерглингов. Что ж, теперь они мои. Искоренитель активирован. Зерги заполонили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории? Да, было бы неплохо. Так, что получается? Заводы, камеры, потери над резервом, да? Тридцать охранных роботов. Просто выполнить задание. Ну и ладно, это уже все потом продолжим. Ночной пейзаж такой, та же лаборатория походу. Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Но как они свалили? Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Так. Это все понятно. Так, ничего нету, ни улучшений, ничего. Поехали. Тревога.
Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд «Браво». Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа «Браво», ответьте. «Браво», прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. А что в задании это делать? Сара – сильный герой, обладающий рядом особых способностей. Керриган можно выбрать, нажав клавишу F3 или щелкнув по ее значку. Но это все понятно. Что за способности, интересно? Джим, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Что такое? Снова в седле. Вперед! Продвигаюсь к цели. За дело. Так, ладно, способности пока не видно. Прочесываю территорию. Добраться основные. Так, 300 здоровья. На нижний уровень. Керриган должна выжить. Броня пехоты 0. Карабин. Поняла. Марш, бросок. Мы на одной волне. Иду. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Противник справа. Поняла. Так, она хоть лечится? Что-то не видать, чтобы она лечилась. А как ее лечить? Прочесывать. Они запечатали дверь. Надо найти другой путь. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Хорошо. Группа захвата Доминиона! Нам нужна помощь! Иду. Поняла. Иду. Задело. Мы на одной волне. Рейнер! Керриган! У этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам!
А я постараюсь выбраться. Похоже, эта штуковина больше нас не полечит. Хорошо. Поняла. Хорошо. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. Продвигаюсь к цели. Чисто! Вперед! Так, погоди-ка. А поняла. Там что? Позырить же. Вот здесь вот что? Мы на одной волне. Так, здесь тупик. За дело. Вот здесь тогда. Они куда ушли? Марш-бросок. Прочесываю территорию. Хорошо. Тупик. Идем обратно. Иду. Да спасибо, блин. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Триста единиц урона. А это по куче получается. Иду. Марш-бросок. Поняла. Продвигаюсь к цели. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Прочесываю территорию. Хорошо. Мы на одной волне. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Поняла. Продвигаюсь к цели. За дело. Марш-бросок. А это что было? Прочесываю территорию. Поняла. Прочесываю территорию. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. К транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. Продвигаюсь к цели. Иду. Мы на одной волне. Марш-бросок. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу, но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2. 1. Сколько зерглингов? Они у меня на прицеле. Мы на одной волне. Прочёсываем территорию. Иду. Хорошо. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняя всем жизнь. Сдавайся уже. Да пошла ты в жопу. Курва белокурая. Продвигаюсь к цели. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая. Мы должны добраться до той двери. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Поняла. Хорошо. За дело. Мы на одной волне. Иду. Марш-бросок. Так, ППшка есть, это хорошо.
Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Поняла. Так, а это еще будет медицинская херня. Вырезит еще, нет? Марш-бросок. Так, это куда-то обратно. Все как в старые добрые времена. Тогда туда надо. Ну, сходить. Я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Прочесываю территорию. Так, поняла. А сюда никак, да? Ну все. Понятно. Задела. А то привычка эти реликвии искать. Марш-бросок. Мы на одной волне. Иду. Продвигаюсь к цели. Мы успели. Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Марш-бросок. Не останавливайтесь! Они вот-вот запечатают лабораторию. Поняла. А смотри, время же какое-то есть. Ни хрена. Продвигаюсь к цели. Так надо валить. Прочесываю побыстрее. Территорию. Марш-бросок. Поняла. Иду. Ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Иду. Сейчас еще не успею за 2 минуты. За дело. Тут черти что творится. Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. Керриган и Рейнар обнаружены. Марш-бросок. Поняла. Хорошо. Прочесываю территорию. Дьявол! Сколько же здесь зергов? Да, наверное, я слегка перестаралась. Поняла. За дело. Мы на одной волне. Надо уничтожить завалы! Мы должны добраться до той двери. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Поняла. Хорошо. Успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Прочесываю территорию. За дело. Мы на одной волне. Марш бросок. Продвигаюсь к цели. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Зерги. Какого черта? Кто открыл клетки? Теперь нам нужно расправиться с этими зергами. По крайней мере, шансы сравнялись. Вперед! Марш-бросок. Иду. Хорошо. Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Хорошо. За дело. Мы на одной волне. Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Джин,
Мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джим. Вперед. Так, а здесь что? Защитить войска Доминиона прорвались в тоннель! Марш-бросок. Продвигаюсь к цели. Понятно. Так, Г и В. Иду. Прочесываю территорию. Войска союзников атакованы. Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята. Войска союзников. Хорошо. Атакованы. Войска союзников. Доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. Войска союзников атакованы. Поняла. Прочесываю территорию. Хорошо. Войска союзников атакованы. Марш-бросок. Войска союзников. Иду. Атакован. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. Космопорт. Мы почти у цели. Поняла. Осадный танк. Я обезврежу его кинетическим ударом. Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Полный вперед, что это? Может, миссия так называется? А, да, наверное. Доминионцы разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Дело. Иду. Поняла. Прочесываю территорию. Марш, бросок. Мы на одной волне. И сюда-то надо по-любому сходить. А, и тупик. Иду. Все понятно. За дело. Поняла. Архангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона, вперед! Джим, Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу.
Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю до железяки крылья без тебя. Вступаю в бой! Хорошо. Прочувствую территорию. Марш в бросок. Мы на одной волне. Поняла. Задела. Цель выбрана! Сбросить капсулы! Продвигайся. Хорошо. Иду. Поняла. Прочесываю территорию. Самое время использовать кинетический удар. Марш в бросок. Высадка десанта! Мы на одной волне. Иду. Мы на одной волне. Задело. Прочесываю территорию. Хорошо. Поняла. Продвигаюсь к цели. Марш в бросок. Задело. Хорошо. О, Джим, торопись. Было. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнар, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм, понял. Джим... Доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнер. Ты помог мне разобраться с Тошем, и я это ценю. Но дружба дружбой, а служба службой... Рассчитываешь получить повышение, куколка? Так, ноль двигателей. Сокрушительная хватка. Урона получено от Архангела 12. Не допустите получения урона от Архангела. На сложности боясь, прикольно. Гиперион. Джим? Джим? Где Джим? Нам не удалось вытащить его. Валериан. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валериан на нашей стороне. Нам не по пути.
Капитан, вражеские корабли внутри периметра! Зрение 3-9, доложить обстановку. Пробоина в корпусе, 7-й отсек. Маневр Дельта-4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион. Прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима. Как она будет его искать? Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Королева Роя. Для максимально эффективной добычи ресурсов требуется по 3 рабочих на каждый виспеновый гейзер и каждую минеральную друзу. Достаточное количество рабочих – ключ к созданию мощной армии. Сканирование поверхности. Обнаружены войска Доминиона и улей зергов. Да, тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют доминионцы. Земля – это воздух. Доложите обстановку. Воздух, мы развернули базу и скоро подготовим дракенскую импульсную пушку. Вас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из-под пространства в этой области. До связи. Отбой. Эта пушка испепелит корабль Джима, как только тот появится на орбите. Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на улей зергов. Мне нужна армия. Я чувствую присутствие разума, который управляет этой стаей. Кто ты? Моя королева. Меня зовут Нактул. Я одна из матерей стаи. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять роем. Теперь ты вернулась к нам? Я не возвращалась, и я не твоя королева. Но чтобы уничтожить пушку тиранов, мне нужна твоя стая. Прямо сейчас. Большая часть стаи сейчас со мной. Но прежде чем подкрепление доберется до тебя, пройдет время. Высылай. Мы должны уничтожить эту пушку до прибытия Джима. Тем временем я приготовлю этот улей к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили мой корабль. Они ищут меня. Так, и тут я, наверное, остановлюсь. Сохранить. Что это будет? Это у нас будет 2. Где это? Встреча 2.